Иран сегодня – это чисто пиаровская, так сказать, тема. Иран пользуется любой крохой, которую может, так сказать, выдавить из нее немножко капель сока. В том смысле, что вот он не одинок, что у него есть поддержка России и Китая в Сирии, что, значит, есть некий синтез интересов. Это тандем, это там ШОС и прочее, прочее. До сих пор, кстати, не принят в ШОС. Вот. Ну и все это на самом деле полная ерунда, потому что фактическая обстановка, она в плане вот реальных каких-то вещей совершенно иная. Иран не получает ничего. Вот. И, конечно, Иран тоже относится к этому негативно. Скандал вокруг использования бомбардировщиками Ту-22 базы, по-моему, в Хамадане, хорошо об этом говорит. То есть полетали, и потом как раз на пике заявлений советского руководства, прошу прощения, российского руководства, по поводу того, что вот мы теперь эту базу взяли себе, значит, их взяли и выгнали.